Это хорошо. Окей, гоблины понятно. Вон какие-то дракончики, я не знаю, на что они похожи, вот эти вот существа. Ну, каких-то крылатых демонов, да, больше похожи. Он вдалеке. Мне кажется, он меня убьет. И они еще, видите, в какой компашке находятся. Защиты здесь нету, если что. На правую кнопку ничего не происходит. Дракончик. Имп. Это имп. Не, я к нему не хочу подходить. Не хочу. Какие-то они жутковатые. Ох, звук какой-то был страшный. Я уже думал, все, не конец. Ну ладно, с этим мы разобрались, окей. Вроде бы здесь больше никого нет поблизости. Музыка заиграла. На протяжении всей игры не было музыки, и сейчас заиграла почему-то. Ну я кроме как волков и медведей пока никого не видел, я не знаю. Из обычных животных. То есть мне нужно где-то их искать? Непонятно. Смотрите, можно посмотреть, сколько у нас броня. А броня, видимо, не ломается пока что. Да, видимо, она так. Я думаю, что без брони, если бы пошел на гоблина, он бы меня 100% убил. То есть чисто броня меня спасла мою задницу. Хорошо, что я не стал пробовать раньше. Забираем, забираем, забираем. Чем больше, тем лучше. О, имп. Давайте с этим сразимся. Он здесь как раз таки поблизости. Он вообще демонюга, смотри. Ой, опасный, опасный, опасный. Опять половину хп мне сняли. А он не умирает, ребята, он не умирает. Пипец! Вы что, издеваетесь? Он не умирал. Да кушай ты, кушай. А, я не могу больше кушать. Он не умирал, я тупо его бил, и ничего не происходило в этот момент. Это печалька, конечно. Вот я что здесь начал копать, да, вот в горе? То есть до пещеры, чтобы здесь с горы добраться, это нужно целый день копать. Но в любом случае, я хотя бы не умер, это радует. Фух, хорошо. Сейчас пойдем тогда, получается, на обычных животных, потому что что-то мне подсказывает, что с животных падает шерсть, и с шерсти мы что-нибудь сможем сделать. В принципе, все ресурсы, которые можно взять, они при мне. То есть я их никуда не скидывал, никуда не складывал. Они как были у меня, так у меня и остались. Насчет дерева, тоже нужно, конечно, дерево добывать. Ну, дерево очень долго добывается. То есть ты должен целое дерево повалить, чтобы собрать, сколько получается? 9 досок, видите? Ради 9 досок ты ломаешь одно дерево. А сколько нужно, чтобы 100 деревьев собрать, да? Ну, в принципе, во всех играх также. С деревьями всегда проблема. Игрушка крутая, ребят. Игрушка очень крутая. Мне лично понравилась. Но опять-таки задается у меня, вот появляется вопрос. Что делать-то здесь надо? То есть какова основная мысль игры? Смотри, пещера. О мой бог. Это полноценная пещера, ребят. Я не хочу туда. Ну я ж не хочу туда. Дайте вылезти. Ну не хочу я туда. Ну не хочу. О, спасибо. Текстуры меня вывели обратно. Ну пипец, да? Взяли чуть не скинули меня вниз. Ну вот неудобно сделали с пещерами, конкретно неудобно, я не знаю. И как им это менять, я понятия не имею. Пещерами это очень неудобно. Так, погнали тогда искать животных. А, вот стамина у меня, оказывается, еще есть. Вот, видите? Видимо, у меня стамина кончилась тогда. Вот оно как. Видимо, тогда у меня кончилась стамина, и после этого, видите, я... Нормально не мог существовать. Драться с импом этим. Так, давайте спустимся с горы. Я не знаю, где это можно сделать. Вообще текстуры не прогрузились. Или так и должно быть.
О, динозаврик. Ху, ладно, давай попробуем. Мне кажется, он меня убьет, если честно. Ну попробуем, давай, ладно. Смотри, какой он здоровый. Я боюсь. Ладно, давай попробуем, ладно. Не, я не хочу, я передумал. Он слишком большой, я приблизительно думал то, что он не такой большой. То есть я, как далеке был, он не казался таким страшным. Не, давайте попозже. Немножко попозже, давайте другую какую-нибудь броню скрафтим. Узнаем, из чего она крафтится, а потом уже нападем на драконов. Ой, на динозавров. Может быть и на драконов тоже. Вот, собак надо завалить. Собак, я думаю, что можно. Я вот не знаю, могу ли я... Не понял. Во. Нет, стамина у меня не кончилась. Я просто не попадал, видимо, тогда. Во, мясо, хорошо. И шкура какая-то. Легкая шкура волка. Там с собакой что-то неладное происходит. Она внутри текстуры. И как-то можно это все жарить, видимо. Но как? Это интересный вопрос. Видимо, из камня можно сделать печь. Смотри, пески. Давайте к пескам подойдем. Возможно, из песков как раз таки. Не понял. Это импы, да, здесь? Здесь импы, 100%. Это пещеры. А в пещерах могут быть... не бей! Это имп, он вышел из пещеры. Ой, дерьмо. Вот пески. Интересно, что в песках есть интересного такого? Да, она сверху накладывается, но я не могу показать, я не знаю, как сделать третье лицо. Подожди, у нас была лопата, давай посмотрим, что делает лопата, как песок она копает. У меня такое ощущение, как будто на меня сейчас опять нападут. И для чего он нужен? Песок, интересно. Видите, он по три слоя копает где-то. Примерно. Вот взял я какое-то количество песка, к примеру, да? Дальше что? Вон пещера. И в этой пещере по-любому есть засранцы эти. Импы всякие, гоблины. Может быть, даже медведи. С медведем я даже драться не буду. Я думаю, что и с раптором не стоит, потому что, мне кажется, он сильнее, чем медведь. Так, ну с этой локацией мы все поняли. Есть также водные, видимо, локации, но я, видимо, до них не дошел. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Смотри. Какая-то странная локация. Это грязевая, что ли, какая-то? Земля без этого. Ладно, давай зайдем, может быть, это что-то такое интересненькое. Может быть, это не земля. Ну, похоже на землю. Да, это земля. Ну, странно, что она без этого, без текстуры травы. Поэтому я немножко так удивлен. Подумал то, что может что-то другое. Ну хорошо, мне нравится этот пустырь на самом деле. Я бы здесь построил какой-нибудь дом. Давай зайдем сюда. Посмотрим, что мы можем сейчас сделать. Во-первых, у нас есть протухшее мясо. Хорошо, это классно. Во-вторых, у нас есть какая-то шкура. Что из шкуры можно сделать? Чё? Смотри-ка, печь-то делается из шкуры? Из камня? Из файбера, фибера? Из фибры. Обработанная шкура также есть. Она крафтится из plant matter и тоже из шкуры. Смотри, печь есть, а есть плита и печь, короче. Я вот не знаю. Давай посмотрим, ладно. Пойдемте тогда еще одного волка убьем или пару волков, я не знаю. Где их, правда, искать? Сейчас опять бежать 1,5 километра, чтобы найти их. Но это интересно все. Я хотя бы понял, что у нас какая задача есть. Нам нужно убить волков. Потом, по-любому, их мясо можно жарить. Я пока что, видите, никого, кроме волков и медведей в дневном биоме, вот медведь, не видел. А вон и волк, кстати. А, не, вот еще динозавры, точно. Я имею в виду из таких, знаете. Никого пассивного здесь нету. Здесь все
все являются плохими. И все будут с вами драться. Вот вижу волка. Там раптор сверху был. Волк, я здесь. Давай за мной, давай за мной. Давай, я здесь. Волчара. Ой-ой-ой. Надо на пустырь его вывести, чтобы... Я не с кучей волков сражался, которые меня съедят. А с одним. Иди сюда. Ну, меч тоже ломается. Опять-таки одна шерсть далась. Одна кожа. Один кусочек всего лишь. Видите, не могу подняться, потому что слишком угол наклона этого склона. Слишком резкий. Пойдемте еще одного волка приманим. Медведем не хочу сражаться, мне кажется, он меня убьет. А может быть, это болото вполне возможно, но блин. Ну хотя, может, болото вполне. Выглядит как болото, на самом деле. Волчара. Come to me. Так, ничего не понял. Чем в обратную сторону пошел? Я здесь, волчара. Волчара, ты куда? Я здесь. Он игнорирует меня. Мне это не нравится. Может, где-то еще есть волчара? Где? Побежали. Я все время голоден и голоден. Я одними ягодами, видите, питаюсь. Все, ко мне пошел. А, он передумал, видите? Ох ты засранец. Эх ты засранец, а? Давайте с этим, ладно. Элитный волк. Я с элитным волком сражаюсь, ребят. Что произошло? Такое ощущение, как будто левел дали, да? Звук такой. Душа волка. Что это значит? Смотри-ка. Офигеть. Армор 24, critical hit, шанс на критический урон 2,5% и critical hit damage 10%. То есть урон критический будет 10%. Офигеть, ничего себе, типа если элитных существ убиваешь, из них, видите, всякие души выпадают. И эти души вам дают больше возможностей. Сколько у меня сейчас этого получается? Не понял. А где шкуры-то? Почему они не повышаются? А, у меня есть такая еще шкура. А за этих шкур я могу сделать себе кровать? И могу такую штуку сделать. Давай попробуем, ладно. Делаю раз. Делаю два. То есть пойду-ка себе, наверное, склепаю печку. Или построить домик сначала, ребят. Как вы думаете, стоит строить дом? Будем строить дом с вами? А что с Бенди? Почему он не вышел? 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 Нравится? Мне тоже не нравится. Я-то откуда знаю, что с Бенди? Я ж не разработчик этой игры. Я не говорил, что он 14 числа выйдет. Это вы там себе напридумывали, что он 14 числа выйдет? Разработчик же написал, что 14 числа Бенди не выходит. Не выходит он 14 числа. О, нифига, я голоден, насколько. Офигеть. Чуть не умер, прикиньте. Да, сейчас бы умереть. Не хватало. Так, ну я думаю, что кровать, в принципе, здесь выполняет такую же функцию, как и другие все эти. В других играх. Так, все, тогда деревьями запасаемся, потому что я думаю, что дерево это лучший ресурс для того, чтобы строить дом себе. Хотя, наверное, сделаем фундамент, да, обычный. Попробуем, по крайней мере. Из камня. И потом уже будем строить дом. Дом будет у меня на этом пустыре, мне он нравится больше всего. Какие разрабы говорили? Ну вы чё? Это кто тебе сказал, что разрабы говорили? Тебе разрабы сказали, что тебе именно лично, да? Никому не сказали, что 14 числа выйдет?
А тебе сказали. Если зайти на твиттер разработчика, они сказали, 14 числа ничего не выйдет. Значит, ты плохо читаешь, видимо? Или что? Мне кажется, то, что в дереве нужно все равно искать место, где оно будет тоньше всего. Я не знаю, вот, к примеру, если я здесь начну рубить. Оно валится там, вот эта штука мне тоже достанется. Да, она мне тоже достается. То есть, если ищешь место, где в дереве меньше всего придется рубить, и рубишь. В принципе, они почти все одинаковые. Эти места. Видишь, 4 нужно дырки сделать. Но мне нравится. Fit and Grow Fish, скорее всего, завтра попробую стрим устроить. Не знаю, если Бендик, первая глава выйдет 15 числа завтра. Если Бендик и выйдет сегодня, то это первая глава будет ремастер. Так, GMD13, он что, он разработчик? Он же обычный ютубер, который где-то услышал и решил вам рассказать. Он же извинился, он же сказал, что он не прав. Ну, ты не следишь за видео, видимо. Видишь, ты основываешься на одном видео, а больше нигде не читал ни сообщений GMD, то, что он ошибался. Не выйдет ничего 14-го. Разработчик у себя в Твиттере написал. 14 числа не выходит, Бенди. Простите. Ломайся. Да думаешь ты уже. Все, солнце садится. Я вот не знаю, сколько у меня сейчас этих. Камня. У меня есть вот такой вот камень. Могу я из этого камня строить? Могу ли я сделать вообще фундамент, к примеру, да? Фундамент. Вот, фаундейшн. Есть такое еще. Но это не то. Stone Square Foundation. Вот что мне нужно. А, вот оно как делается. Все, давайте сделаем. То есть чпоньк. Делаем штук 6, да? Вы понимаете, да? Чувствуете? Начинается то самое. А как поставить прям вплотную, чтобы к этой штуке было? А, во, смотри. Во, красиво сделано. Все, разработчик молодец. Над этим тоже немножко постарался. То есть ты можешь присоединять прям к блоку, который уже стоит. Хоп, все, готово. Все, платформа у нас есть. Здесь надо будет сделать небольшую лесенку. И здесь стенами все обустроить. Так, смотрим, что у нас, сколько дерева всего. 99. И чтобы сделать... Получается, деревянные стены. Давайте, видимо, то же самое нужно ставить. Вот эту штуку. Деревянные стены, смотрим. Вот, wooden wall. Что оно требует? Оно требует 4 дерева и 2 этих. Ладно, давай, делаем где-то 6, 8, 12, наверное, да? Давай 10 сделаем. 10 стеночек. Готово. Стеночку делаю здесь. Здесь. Здесь будет дверь. Так, как делается дверка? Ну, в принципе, наверное, так же, как и это. То есть, те же самые ресурсы нужны. Так, смотрим. Называется она должна... Вот, wooden door. Крафт. Одна штука нам нужна. Мы можем кастомизировать все эти вещи. Если кому интересно, то есть изменять. Сделать дверь, чтобы она была не такая. Но это я пока сейчас заниматься не буду. Также можно, мне кажется, даже факел изменить. Давай попробуем. Берем дерево. Ну, давай вот эту штуку. Дерево. Как факел делается у нас? Непонятно. А я что-то забыл, как факел делается. Вот факел. А, он из резины делается и дерево. Резина, дерево, настенный факел, кастомизировать.
То есть вот написано, как он должен выглядеть, ты можешь его кастомизировать, как тебе хочется. То есть вот, вот так выглядит настенный факел. Я так понимаю, здесь абсолютно все вещи можно кастомизировать. Это офигительно. То есть ты можешь сделать их так, как тебе удобно, как тебе хочется. Круто. Это вообще круто. Крутотенько. Может даже уродские какие-то штуки сделать непонятные. Который в итоге будет факелом. Так. Вот такой вот суперский, да? Идеальный. В скобочках нет. Конечно же, не идеальный. Так, но здесь я сделаю еще вот такую вот штуку, типа... Типа ручки, я не знаю. Ну это офигенно. Я не знаю. Я таких игр-то не знаю, в которых можно полностью так все кастомизировать. Просто можно здесь написать какое-нибудь слово, типа, ну да, буква немножко не получилась. Ладно, оставлю так. Создаешь и смотришь, что есть. Мне даже интересно сейчас посмотреть, изменится ли он действительно на мой факел. Да, мой факел стоит, только что и сделанный мною. И это круто, это действительно круто. Так, факел готов. Также можно делать сундуки, только вот узнать бы, как их делать. Так, 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 там, наверное, чест будет называться. Вот он, да. А, нет, крейт. Окей, крейт у нас делается, опять-таки, просто из дерева. Берем, ставим сундучок сюда, куда-нибудь в уголочек. Оп. Открываем его и все скидываем, то, что нам не нужно, сюда. То есть, к примеру, топор деревянный нам не нужен. Всякие вот эти штуки нам не нужны нафиг. И сейчас сделаем себе, ребята, то, что, о чем я и говорил. Нам нужна была печь. Я вот насчет, кстати, потолков не знаю. Я не видел то, что потолки здесь есть или нету. Вообще они, по сути, не нужны. Типа, кто на вас нападет, на ваши потолки. Через потолки, я имею в виду. Через крышу. Так, ладно, смотрим, как делается печь. Печь, 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 печь. Также можно все это делать именно из камня. Но мне кажется, то, что разницы нет, что вы из камня сделаете, что не из камня. Где печь моя? Нет, не из этого. Она делается из этого, я точно помню. Вот она. Нам нужно 40... Ага, 40 стоуна. Офигеть. То есть этично добывать камень. Вот это жестко. Это жестко мне сейчас подставила игра. Ладно, идем. Фух. Мне показалось, что вот эта штука, это монстр какой-то. Повезло, это не монстр. Ну, вроде бы монстров нет, да, поблизости. Я буду надеяться, что так продолжится у нас. Так, хорошо, добываем. Я экстремально голоден. А, у меня нет еды, прикиньте. Или есть. У меня одна штучка осталась. Кто-то пищит. Это опять импы, я не знаю, где они. Но знаю, что они недалеко, где-то. Где-то неподалеку от меня. Мне какой-то компакт-стон дается. Зачем мне компакт-стон? Мне нужен просто стон. Вот компакт, а вот просто стон. А чем они отличаются? Слышите, да, пищит? Засранец. Потом сделаю здесь лесенку небольшую. Не знаю, можно ли будет ее приделать нормально, чтобы она стояла. Я так понимаю, вот темный это компакт, а обычный это обычный. Можно, наверное, перевести как спрессованный камень или что-то такого. Твердый камень.
Вот, видите, стон набираем. Нам 40 нужно. Но сейчас уже будет рассвет, потому что мы всю ночь практически с вами занимались именно созданием дома. Вот это уже компакт стон, видите, идет. То есть нужно светлый именно камушек искать. Вот, вот эта вот вся гора, которая, на которую я сейчас смотрю, она, в принципе, вроде бы светлая. Это чисто камень. Ну, давай попробуем. Заодно и проверим. Нет, это компакт опять. Не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, импы. Но я не вижу, не вижу обычного. Я голоден? Я умираю от голода! Ягод мне, ягод! Жесть! Не, ну конечно, типа если ты много работаешь здесь, всяких действий выполняешь, то, видимо, от этого ты больше страдаешь. Голод повышается максимально. Смотри, выносливость упала у меня. Я не знаю почему. Чего она так падает-то? Или она ночью вообще не восстанавливается практически? Ой, чуть непонятно. Или они ждут, пока я посплю? Не знаю, не знаю. Так, сколько у меня сейчас камня? 30! Пипец! За всю ночь только 30 камня. Вот, видите, вот этот компакт, а вот это обычный. Ой-ой-ой. Черное что-то. Железо! Вы прикиньте, железо нашли. Надо добывать быстрее. Потом идти есть что-нибудь. Монстры! Не нападайте на меня, я, видите, железо добываю. Я занят. Мне сейчас не до вас. Так, не понимаю, что происходит, не могу пройти здесь почему-то. Вон там гоблины, видите, недалеко. Но если он на меня нападет, мне, скорее всего, ГГВП. Я умру. Вон гоблин, да. Неподалеку от меня. Вот железо. Или это золото какое-то? Непонятно здесь. Нет, это железо. Да! Фух! Я испугался! Офигеть! Я думал, гоблин напал, а это, видите, оказывается, что было? Та кирка сломалась. О, сердце мое. Ладно. Я максимально устал. Я бегать не могу. Еды у меня нету. Мое сердце, блин, пипец. Взорвалось. Если бегу, то все. Вон, вижу. Вижу, что можно собрать. Кто мог знать, что я так напугаюсь? Так, забираю, ладно. Вкусняшку эту. Стрим по этой игре я, ребят, разделю на видео, если кому интересно. На несколько штук. То есть не одно видео выйдет по этой игре за этот стрим, который было снято. А много-много. Кушай, 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 кушай. Во! Видите, у нас, типа, восполняется выносливость только в тот момент, когда у нас много еды. Если еды у нас мало, то и выносливость не восполняется. Классно сделали. Так, собираем. У нас есть железо, будем сейчас смотреть, что можно сделать. Мне кажется, без этого мы ничего не сделаем.
Без фурной, без печи. Без кузни. Фурная, наверное, кузня больше. Хотя, не знаю, посмотрим. Смотри, имп еще... Эй, имп, вали отсюда, утро как бы, не? Дурачок. Выдает. Забыл, что утром он не должен здесь находиться. Кушаем, 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 кушаем. И бежим.